Южный ветер сменил северный, но будет солнечно и достаточно тепло. Такую погоду обещают в предстоящие выходные синоптики. Как нам рассказали на местной метеостанции, прохладно будет из-за того, что пока еще ночные параметры минусовые, да и ветер северного направления. Но днем в ближайшие дни будет тепло и без осадков. В субботу 11-16, а в воскресенье и понедельник до 18 градусов тепла. Так что греемся!